Доброе утро, дорогие друзья! Утро у меня сегодня такое активное. Давно я не выпускала влоги, не рассказывала про ежедневную свою жизнь. Утро обязало меня съездить в Рубль-Бум, купить арбузники. Вы знаете, что я пользуюсь Мэрисон. Но Магнит Косметик работает у нас позже. Муж уезжал на работу, и мне нужно было успеть купить какие-нибудь более-менее нормальные, потому что остался один подгузник ночью. Как-то я проморгала этот момент. Манюня выползает из комнаты. Я купила памперс. Памперс вот этот с 9 до 15 килограмм, 46 штучек. Я все понимаю. Конечно, я перехватить купила. Вечером, когда муж поедет, купим вырезы, съездим. Эти будут, ну, вот так. Между прочим, да, вот даже Манин ругается. Очень сильно проигрывает памперс и Мэрисон. Я уже даже забыла, как они выглядят. Ладно, не суть в этом. Пусть будет так, как оно есть. Заехала на рыночек, купила свои волшебные травы. Люблю очень кинзу. Сейчас помидорки, огурчики, салатики. Свежий укропчик. Есть у меня в огороде укропчик, но его мало. Там-сям где-то всходит. Захотелось мне прям много укропа, пучочек. Купила огурцы свежие, степличные, наши кино-черкасские. А взяла все, что есть там. Меньше даже килограмма получилось. И хочу показать покупку, которую я совершила, заезжая за памперсами. Что купила я еще в Рубль-Буме? Купила губок фрекенбок для каких-то хозяйственных нужд на кухне, например. Там кто-то ими посуду моет, можно и так. Купила. Манюнь комментирует. Купила губки для бани. Своим кошариком купила корма. Плюс один, 94 рубля стоит. Выгодно, потому что один пакетик, тут 6 пачек. Один пакетик стоит 17 рублей. 17 с чем-то, 17.10 что ли. Это моим девчонкам кошачьим. Купила персил. Я всегда стираю жидким персилом. Купила для цветного и вот для светлых тканей, чтобы было в хозяйстве. Какие-то жирные пятна оттереть. Средства для мытья стекол. Сейчас осень. У меня есть волшебная тряпочка, но там, например, иногда мне хочется почистить зеркала вот этим. Абсолют мыло для рук. Люблю такое мыло. Очень приятно пахнет. Зубная паста в ассортименте. Рокс взяла, сейчас скажу, энергия утра, двойная мята, активный кальций и новая зубная паста экстра фреш. По крайней мере, я ее первый раз вижу, сплат. Может быть, я была невнимательна и не видела ее до этого. Ну, к своим стиральным средствам обязательно миндальное масло беру. Ленор называется миндальное масло. Очень приятный, ополаскивается для белья, гипоаллергенный, детский. И Ленор золотая орхидея для взрослого белья. Рекомендую миндальное масло детский такой. Очень приятно пахнет. Люблю и сама свои вещи добавлять в него, когда стираю свои вещи. Пакеты для мусора, как у любой хозяйки. Люблю яркие цвета, люблю желтенькие. Не люблю черные пакеты для мусора. Да, да, Манюнь, дай. Мыло. Отбеливание. Белые носки, которые мы так любим носить в кроссовки. Очень хорошо стираются мылом. А потом я уже их постиранные закидываю в машинку с другим остальным белым бельем, чтобы они были мягенькие. Все равно мыло как-то жестким таким половым белье делает, если чисто мылом стирать. Наверное, структура ткани нарушается как-то. Ну и бумага, не бумага, а бумажные полотенца Зевы, я очень люблю такие. И фасовочные пакетики для бытовых хозяйственных нужд. Что я отдала за покупку в Рубль-Буме?
за химические средства, за подгузники у меня вышло 2 910. А большая часть, конечно, стоили подгузники. Подгузники, трусики 886 рублей. Но и при этом они были еще по скидке. 46 штук они были, что-то около 200 рублей, зачеркнутое, и 886. Ну, почти рублей 250-300 я на них сэкономила, но качество мне их не нравится. Поедем купим Мэрисы. Вот так, мама. Проспала, прозевала окончание подгузников. Теперь бегает, ищет. Ку-ку. Ку-ку. Сейчас покажу, что Манинка делает. А что делает там Манинка? Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, Манюня. Зайчик мой заходит, да. Боится? Боится еще автономно ходить. Ай да, да, ай да. Да, дети. Дети. Че ты говоришь? Че случилось? Расскажи. Я только проснулась, скажи, я спала, да, вот так глазки потираю. Да. Кошки тут ходят. Ух, они какие кошки. Села, скажи. Манюнь, не надо кошку трогать. Манюня. Теша, пойдем мы завтракать, Манюню кормить. Да. Манюне свои дела. Чего? Маме надо заправить постельку, да? Сейчас мама заправит. Теша спала, из-за этого я не заходила еще заправлять постельку. Софик пришел со школы. Я ей нарезала салатик. Со школы, с репетитора. С репетитора? Нет, со школы, с музыки, с репетитора. Теперь на танцы. Софик супер занятый. Я вообще такую мысль пропагандирую, что чем больше ребенок успевает, тем больше он потом в жизни будет реализован. Я сама такая же, мне надо больше успевать. Смотрите, какой у меня яркий салат. Дары осени называется. Помидоры наши, зелень, перчик наш. Купила я огурцы. Мам, это листья осени. Да, листья осени. Перец, сейчас покажу какой. Смотрите, перец в разрезе. Ничуть не отличается от магазинного. Такой толстостенный, вкуснячий, немножко семечек. Классный перец. Он, конечно же, присутствует в салате. Приятного, Соф, аппетита. Софа сейчас кушает. Через 45 минут у нее занятие по танцам. Она кушает картошку с овощами и курицей. Мама, а можно, если будет время, я съем чуть-чуть скитлсов? Если будет время, ты съешь немножко скитлсов. Дося, мой сразу, а то потом подумаем, что чистое. Я, может, тоже с Софиком сяду, салатик поем. Сабик, все поели, Сабик есть не стал. Я еще нет. Вот. Манюня у нас в зале смотрит мультики и играет своими игрушечками. Приятного аппетита. Спасибо. У нас был поздний обед в связи с прогулкой в магазин. Манин по дороге поспал. Сейчас мы поели, уже попили сок. Манин нетерпение от полника. Смотрите, а на полник у нас ягодки. Малины. Не будешь давить? Кушай, да. Не дави только, ладно? Да, кушай. Да, кушай, кушай. Вкусно тебе, Маня? Манюнь, вкусно? Манюня, Стеж, вкусно? Клубника, скажи. Малина. Уже
у малыша вкусовые предпочтения. Смотрите, вот в чашечке лежит и клубника, и малина. Она клубнику один раз укусила, положила, а малину решила есть. Хотя она попробовала и то, и другое. Да. Иногда она кушает нормально сама, а иногда она начинает в руках давить ягоду. И из-за этого я ей говорила, будешь давить, не будешь. Малыш, тебе вкусно, Стеш? Вкусно? Вкусно? Вот, видите, вкусно. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Ой. Мама сидит в руке с камерой. Сок ягодный капает у нас. Я стараюсь. Что? Попья. Кушай. Смотрите, какая клубника вкусная. Темная, ремонтантная. Какая. Сейчас пойду в огород, буду убирать. Завтра похолодание, дождь. Потом все ниже, ниже, ниже температура. Наверное, до снега прям. Надо убрать томаты. Смотрите, пустая чашечка. Вкусно тебе, малыш? Вкусно? Тебе вкусно? Радуется одной ягодке оставшейся. Все. Спасибо. Малыш, спасибо. Скажи спасибо. Мам, спасибо. Спасибо, скажи. Спасибо. Малыш, скажи спасибо. Доедай ягодку, давай. Доедай ягодку и говори, мама, спасибо. Ой. Ой, как вкусно. Давай вытрем ручки. Давай ручки вытрем. Вот. Ой, какая молодец. И пойдем с мамой гулять. Малыш посидит в колясочке. А мама уберет помидорку. Ой, да не вытерла ротик. Вот что. Мама какая невнимательная. Малыш знает, все, что надо вытереть, когда поел ягоду, да. Вот так прям, да. Еще игрушки, видимо, попачкались. Ай. Ты такой хулиган. Ты хулиган, малыш? Ты хулиган? Да? А покажи зубки какие у тебя. Где зубы у тебя? Нет, не покажи. Сейчас скажи. Балагос. Малыш, хулиган и балагос. Крестный нам подарил такие игрушки, развивающие силу. Малыш, никак? Молодец, оторвал, да? Давай еще прицеплю. А, никак? Никак? Ой, молодец. И занимается. Они могут друг к другу цепляться. Ой. Манюнь, чего такое? Ой! Ой! Сама отлепила, сама прилепила. Ой, какая молодец! Ай, какая молодец!
Нравится ей. Может, часами в этой игре. Ой, да. Вот, смотрите. Появился интерес к салфеткам. Раньше ее они не интересовали, видимо, взрослеет, что-то закручивает вон. Нос. Все повторяет за взрослыми, что взрослые делают. Мы как с юга приехали, болели, акклиматизация была. Вирус прицепился, вот она помнит, что салфетками нужно нос вытереть. Полоскун. Да. Давай мне. Давай. Все, спасибо. Ну давай все. Пока, пока. Вернуть на, если тебе надо, на. Ой. Нравится лицо вытирать влажной салфеткой. Салфетками мы сейчас пользуемся вот такими. Рома, Машка. Салфетки влажные детские. Они гипоаллергенные с первых дней жизни. Не содержат спирта. Покупаю я в аптеке. Малыш решил распотрошиться. Давай мне, давай. Пошли гулять пойдем. Пойдем гулять? Они. Пошли гулять. У нас тут мультики идут. Выключаем. Катя тут компанию составляет.